На реках Курганской области наблюдается спад уровня воды. В Кургане Тобол за сутки поднялся на 4 сантиметра. Уровень 139 сантиметров над нулем поста. Тобол в селе Звериноголовское прибавил 3 сантиметра. Уровень 306 сантиметров над нулем поста. Река Уй в селе Устюйское за сутки уменьшилась на 9 сантиметров. И сейчас ее уровень 323 сантиметра над нулем поста. И сеть в Катайске спала на 19 сантиметров. Уровень над нулем поста 105 сантиметров. В Долматовой сеть спустилась на 5 сантиметров. Уровень ниже нуля на 62 сантиметра. На сети в Шадринске минус 2 сантиметра. Уровень ниже нуля на 103 сантиметра. В селе Михонская сеть спала на 16 сантиметров. Уровень воды составляет 140 сантиметров над нулем поста. На реке Миас в рабочем поселке Каргополье минус 5 сантиметров. Вода находится выше нуля на 45 сантиметров.